Они бегом бегут. Папа, вы куда? А мы идем на джекпот! Маришка уже запустила. Ну. Слабенько. Ну да, я запущу, что ли. А я уже запустила. Гуляй. Ну хотя бы 40. А? У тебя бонусные шары? У меня 40. Ползут. Так, Ваня стреляет. Не, серьезно? Серьезно, джекпот? Да ладно. Джекпот! Джекпот! Вот я говорю, кидать надо, когда джекпот близко. Ладно, пока там почти. Эп. Смотри, как аккуратно складывает. Как не выиграли? Мы джекпот выиграли. Да. Бонусный шар? На этом хватит. Какой прям джекпот, Ну что? Да, складывай ровно. Короче, мы сейчас выбили на 10, потом на 20, а потом автомат заглючил и выдал нам 100. Но мы не против. Мы же не против, что он нам выдал 100. Нет? Да, да. Мы собрали джекпот. Ты его раскрутила для того, чтобы было сложнее засовывать. Слушай, а мы в прошлый раз снимали бонусы или нет? Бонусы с прошлого раза. Ну, на тикеты, ну вот эти тикеты. Мы, по-моему, в прошлый раз ничего не покупали, мы не накопили или нет? Да мы давно были. Ну давай, грузи. Так, Аришка охраняет. Да. Вот наш джекпот ушел. 416. Ну нормально. Вот один он, может быть, и не примет. А вот если ему под попку подтолкнуть. Зажжет на милость. Видите? Вот за этим я смогу подержать. Да, вот следи за этим. Пожиратель тикетов. Вот, смотри, как я тебе картошку взял. Выкрутил картошечку. Вау. Надо еще Ванину карту проверить. Возьми и проверь Ванину карту.
аренда ему. А он два. Ой, Ваня. Я смотри, одним пальцем просто тебя делаю, правильно? Ваня, давай мы тоже этим же одним пальцем. Я еще вот так умею. Папа, ну что ты так безжалостно мочишь? Вы все боретесь, а мы в азартные игры играем. А я вон тот. А ты вот этот? Похож, похож. Вот, ты вот этот, Буратино. Ты опять с веерочком? Да. Все? Все израсходовала? Нет, еще. Мне без вас скучно. Ага, хорошо, я иду с вами. Киса моя. Поправлю. Да. Мау. Мы идем смотреть, что нам в призы забирать. А мы уже подкопили. Трех нету. Да хватит вам этих мишек. Ну, кстати, такого большого, как у нас, и нету. Как мы тогда двух выиграли. Угу. Что не скачивали? Давайте сегодня скачаем. Давайте сегодня скачаем. Короче, насчет музея Эйнштейна. Там все сложно. Квесты нужно заказывать заранее и так далее, и так далее. И экспериментариум, честно сказать. Да, лучше уж мы съездим еще раз в экспериментариум, да? Там разные шоу. А сейчас куда мы идем? Ариша говорит, контактный зоопарк. Котики, енотики, котики, енотики. Слушайте, а когда открытие-то? Хочу сальто. Привет, видимо, открытие уже совсем скоро. Совсем скоро, потому что уже... Угу.